Добрый день, друзья! Вы на канале Boston Technic. Меня зовут Андрей. Хочу представить вашему вниманию телескопический погрузчик производства Италии, DICE, Agri, Фермер 30.7. Давайте посмотрим его в идеальном состоянии. Данный погрузчик 2013 года выпуска. Хочу показать вам его двигатель. Секундочку. Оценить состояние двигателя. Чистенько, ни подтеков, ни запотеваний. Показываю вам переднюю резину, световое оборудование. Еще раз повторюсь, никаких запотеваний. Полностью готов к работе. Безумно достойный экземпляр. Показываю вам, здесь все работает. Световое, передние баллоны. Как видите, все просто в идеальном состоянии. Погрузчик на загляденье. Давайте заглянем внутрь. Кабину пилота, по-другому и не скажешь. Обратите внимание, состояние. Все в идеале. Что сказать? Иномарка и бережный уход за техникой. Говорят о себе. Все работает, все горит. Данную технику вы можете приобрести у нас за наличный, безналичный расчет. Рассматриваем кредит, лизинг. Приезжайте, приобретайте данную технику у нас. Спасибо за просмотр.